будете командовать первым взводом второй роты. Левый, правый, левый, правый! Семейное положение? Моя жена адвокат, у нас 7-летний сын. Когда я вернусь из Мали, мы сможем пожениться и жить вместе. Это наш общий выбор, я готова к последствиям. Вопросы, проблемы, пожелания. Не волнуйся, я буду хорошей девочкой. Буду ждать тебя. Все будет хорошо, можешь не переживать. Мне хорошо здесь. Тогда зачем уезжаешь? Женам звонить запрещается. Это приказ. Мы стали чужими друг другу. И все же я его очень люблю. Я знаю, зачем ты здесь. Я понимал, что если она выйдет за легионера, то нормальной жизни у нее не будет. Я боюсь, что мы потеряем друг друга.